это палата интенсивной терапии, которая оснащена всем необходимым оборудованием для приема больных с новой коронавирусной инфекцией, ну, в частности, наиболее тяжелого контингента больных – это онкологические пациенты с коронавирусной инфекцией. Палаты оснащены всем необходимым оборудованием, они имеют аппараты искусственной вентиляции легких, они оснащены мониторами, позволяющими мониторировать параметры гемодинамики и уровень насыщения крови кислородом, они оснащены необходимым для непрерывной подачи лекарственных средств инфузоматами, ну и также всем необходимым оборудованием для оказания помощи больному, находящемуся в критическом состоянии. Если мы говорим обо всем центре, то центр открывается на 156 коек линейных, и в том числе 20 коек реанимации. В отделение реанимации будут поступать больные, которые будут нуждаться в непрерывной искусственной вентиляции легких прежде всего. Те больные, которые смогут находиться безопасно для себя на линейных койках, они, конечно, будут лежать, находиться там.